Что ты пишешь? Рассказ о женщине. Она живет в большом, прекрасном доме. Роскошном, как на обложке журнала. У нее есть личный тренер и финансовый консультант. Она неоднократно бывала в Лувре. В спа-салонах ей каждую субботу... Попрощайся с мамой. ...делают разогревающий массаж. Она читает книги в первом издании. Иди ко мне, мой пупсик. Ей не нужно ждать в очередях и отмечаться у босса. Полно свободного времени. Она просыпается каждое утро. Видит в окно океан и ни одной живой души вокруг. Есть время испечь 7 пирогов с нуля, если вдруг вздумается. Ну а в чем конфликт? А его нет.